И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, как всегда, отличнейшее настроение. Сегодня мы играем на хоррор-карте. Димончик, поздравайся. Привет. И начинаем. Так, продвигаемся вперед. Давай, Фредди, перепрыгивай. Я застрял. О, здесь трупейшн. Трупейшн? Сейчас будем, ребята, изучать эту карту, посмотрим, что с того получится. Если вы кушаете, пьете, приятного аппетита, как всегда, мне сдаёт чаище. Ребята, за вас. За вот вас, теперь за можно нас, и записывать. О, смотри. Что-то так много крови, как будто там человек 20 было, блин. Смотри, а здесь написано don't please. А, don't open the door. Там еще пишут что-то тут. Внизу. Подожди, а тут доски забиты. А, может сюда? Подожди, сюда. Да. Да. Будем... Ой-ой-ой-ой-ой, что-то у меня на экране. Что так? Что за бред? Ребята, не пугайте нас так. Во, калитка открывается. Она так открывается, как будто здесь такие заключенные вообще. Да-да-да. Даже из цепи отдыхает. Да, там бункеры. Ого. Помчали. Ого, Димончик, смотри, там чувака растерзали какими-то канатами. Это жесть. Прикольно, прикольно. Туда никак нельзя ничего нажать. Ну что такое, не пугает меня вот этими такими скримерами. Давайте, чтобы было более погружение сильнее, мы сделаем громче. Димас, говоря, здесь полтергейст живет. Вот, теперь тут, короче, загадки будут. По очереди открывать дверь. Я же тебя такое когда-то видел, только не в этой игре, ребята, где-то в какой-то другой. Вот, Димас, это рамка. Выступает Фредди, да? Как бы здесь выбирали такие штуки, типа, как будто ты в телевизоре выступаешь. Пойдем сюда туда. О, началась наркомания какая-то. Ого, смотри, какая башня высокая, посмотри вниз. Там даже края нету башни. Нет. Это вообще какой-то жестяк. Воу. Воу, воу. Разработчик, потише, потише, успокойся. Может, так, смотри. Жать, вот, да? Ты нажимаешь, и загорается луч. Давай я тут нажму. А у тебя не нажимается. А ну ты нажимаешь, ты должен нажимать? А, да. Они сбросились, их надо правильно нажимать. Смотри, раз. Может потом вот эту надо нажать? Давайте, давай поэкспериментируем. Нет. Давай сюда. А, может вот эту нажать? Only тут написано, the... нажми только 3/4, потом сделай, пожалуйста, в тюрьме. Что-то там 4-ю в тюрьме надо делать. Пошли. Я в хоррор-картах сюда тебя вперед пропускаю. Если это стрелялки, я буду впереди бежать, потому что боюсь очень. Давайте. Я рискну своим здоровьем, пойду первым. А! Козёл ты, Димка, блин! Фу, блин, у меня аж ладошка вспотела за 5 секунд, ё-моё! Блин, а я... Иди ты первый! Дверь закрылась! Первый испуг мой есть, пошли дальше. О, смотри. Возвращаемся. Рисованный. Гвоздник. О, наркомания пошла какая-то жестокая. О, это что такое? Мне даже ФГ. ФЗ. ФГ. Вау, смотри, телевизоры. О, это то место, где тот чувак распятый. Вот мы тут сидели. Там, кстати, на стене было. Сколько мест нам придется посетить. На этой карте, тут еще куча всего. Все? Опа-на. Слышишь? Слышишь? Идить колотить, у меня мурашки по телу. Типа, вы прошли карту? А, да я вот шучу. Все, выходим, даже нарисовалась так, дверь. Ключ, Димас. Открывай. Так, заходи. О, рупейшены. Может, надо ящики здесь сломать, только не мочем. Я, ты хочешь спуститься туда? Куда? В воду? Да. Да, хочу. Давай. Ничего здесь страшного и нету. Чувак такой дохлый. Я лежит. Камень подобрал такой. Так, а, как отсюда пойдем? Выбираться? Я вот вышел. Вот тут сбоку, где кровище. Я выпустите меня! Ура. Что такое за красненькая штучка? Что она дает? Уже не знаю, кому. Ой, ой. Ящики, идите в воду. Вот камушек, я несу его. Может он надо нам? Ну да, сокровище будем. Сокровище, да. Уже вот сюда надо... О, Димон, вот, я его положил. Куда? Пирамиду. Ого, что происходит? Может, эта дверь откроется? Нет. Не знаю. Может, этот откроется? Нет.
Так, туда больше не пойду. Закрыто. Так, смотри, тут еще какая-то штука. Может, все-таки теперь тут запустится этот механизм? Димас. Я иду. И, короче, я подобрал, здесь какая-то рамка лежала, и сюда вставил, он сюда вставил. О, камень вставили, рамку вставили. Что-то еще надо туда вставить. Тебе надо пирамидку поставить. Ну, давай сюда пройдем. Может, тут что-то еще надо нажать? Тут только... Вот, здесь они троем так и бьют. Давайте как-то здесь надо выяснять, потому что мы уже там все сделали. Нам да. Пирамидку. А, не нажимается. О, так. Сбросилось. Я нажал, потому что... Ну, смотри, давай. Здесь по очереди есть вода, дерево, железо. А, сначала идет земля. Земля, она самая... Потом идет вода. Почему ты думаешь? Не знаю. В школе так учили проходить такие карты. Потом идет... Я не знаю, железо и дерево. Ну, вот дерево. Потом железо. А что-то затряслось, мы что-то сделали. О, да, мы запустили. Что-то открылось. Ты, короче, ты, Димас видел? Правильно сказал. Ты, Димас, все правильно сделал. В школу не зря я ходил 11 классов. Все такие рассказали, как проходить. О, Димончик, вот дверь открылась. Иди сюда. Вот эта дверь, да. Помнишь, где заслонки три штуки стояли, такие трезубец? Я ее открыл. Вау. О, а где это мы? А где ты? Не знаю, вот я. Назад уже вернуться нельзя, да, я так понимаю? Нет, нельзя. Ладно, ребята, продолжаем. Ручки нет. Ручки нет. Есть бензин. Бензин. Разбрал, бензин зато есть. Ручки нет, но есть бензин. Будем сжигать сейчас все. Опа, телевизор работает. У тебя будет скримак, я тебе говорю серьезно. Вот я прям даже... О, чувак стоял, видел? Нет. Проходит чувак здесь стоял в черных шмотках. Да? Да. Опа! Тихо, тихо. Я же, ребята, боюсь в этой карте все, что здесь дает лишний звук. Смотрите, какие картинки стрёмные. Ой-ой-ой, что это за маска? Прикольно. Ну, вот это похоже здесь... какого-то. О. Вау. Блин, это ты в комнате стоял, я испугался. Я же начинаю бояться всего, что я вижу. Ты какая чика красивая. Тут говорят, типа, помогите нам. Так как мы поможем? Кто бы нам помог? О, смотри! А-а-а! Что-то кричит там так. Блин, у меня мурашки от этой карты. Мы сейчас с Диманом ночью играем. Кстати, хоррор-карты, если вы играете, играйте ночью. Впечатление намного лучше и интереснее. Нет, он не пистолет лежит. Он застрелился, скорее всего. Он статичный, нельзя его взять. Так, он продолжаем дальше, ребятушки. Да-да-да. Так, я готов к кримаку. Скримачечку. Смотри, диван горит. И чувак лежит. Поэтому нельзя, ребята, курить на диване. Особенно, когда вы спите. Особенно, когда вы спите. Во, что это за наркомания опять? А-а-а! Ёп! Я подскочил, у меня чуть не за стул не отъехал от жопы моей, блин. О, смотри, там чувак какой-то застегнул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не пугайте нас. Меня сшибануло. Это какая-то, знаете, нечистая сила нас преследует. Я тебе говорю, здесь полтергейст какой-то живет. Да, жестокий полтергейст. Ребята, если вам нравятся хоррор-карты, ставьте лайкосики. Будем частенько проходить! Хорошо, что в это время говорил, мне не так сильно испуг прилетел, как должен был. Ты меня испугал. Нет, здесь нельзя пройти. А комната яркая такая, сейчас фонариком вообще такая яркущая. Не ломика, ничего нету, ни пистолета. Так, я готов к скримаку, давайте. Так, и... Ничего. Что, ты думал, что пролезть надо? Я думал, сейчас... Это крематорий, чувак горит. Так, полы подо мной провалились, и я не упал. Димас, мы нашли третью часть, последнюю. Блин. Да, ты нашел ее? А да. Ты упал. Прыгай вниз. Прыгать вниз, прыгаю? Да, прыгай. О, это всё. Сильно, Димончик. Запускаем. Давай. Так, смотрим, что будет. Вау! Смотри, кто там стоит! Ты человек-паук. Он нас не пустит туда? Лучше не подходи к нему, он может опасен. Да я... Димончик, мы намного опаснее, чем он. Мы столько аниматроников с тобой убили. Мы есть аниматроники. I'm free, я свободен. Мы его типа выпустили, понял? Угу. Так. А, он типа еще хочет, чтобы мы лабиринт прошли. Ну давай вместе будем проходить. Давай. Лабиринтики. Мы так любим с Димоном проходить.
Нет, не люблю. А я люблю. Особенно тупики, я обожаю. Ага. Да, идешь, а потом раз и тупик. Мы идем правильно, чисто. Все, мы вышли. Мы выходим. Да? Вот дверь, да. Открывайся. Закрытая. Подожди, мы отсюда пришли. Да. Давай еще разок. Куда так, пойдешь? Сюда. По порядку будем. Какие-то стуки, какие-то шаги непонятные. Угу, пердеж какой-то. О, я нажал. О, на эту штуку, она завелась. Все, значит, пойдем к двери. Да, я себе помнил, где она. Ну, сейчас найдем. Еще поищем. Так, 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 все хорошо. Все гладенько. Чистенько. Лабиринт простой, а выйти тяжело. Понятно, что он прям тут сильно не запоролся, чтобы нам невозможно было его пройти. О! Я нажал еще тут что-то. Сейчас, ребятушки. Во, отлично, прошли. Заходим. А! Вау. Ну не пугайте нас так, ребята, мы же хорошие. Ого. Так, что-то... О, еще двери, только они в воздухе висят. Какую дверь ты выберешь? Я хочу вот эту первую открыть. Закрыть. Ага, давай по очереди. Опа, а где это мы? Да. Смотри, здесь... О, какое зеркало глючное. Видишь, Брина там. Так, а что-то потемнело. Телевизор. Радио. О! Выбираем новую дверьку. Пошли, ты думаешь, там ничего нету, да? Толкового? А, меня обратно туда переместили. Так, значит, мы должны тут что-то пройти. Может, что-то надо с радиом сделать? А, что-то мне бьет. О, Димон, смотри, упала штука. Так, а что-то там красненькое было. Давай тогда следующую откроем. Опа. О, монтировку мне дали. Отлично. А у меня нету. Где справедливость? На тебе. Так, я здесь. Во, опять красненькая. А, я ее беру, мы собираем, видишь? Уже две штучки здесь. О, где это мы? Церкви какой-то. Церковь. Слышь, какая музыка страшная? Жуткая. Он наверху, он прям на церкви был. На крыше, да. Так, ищем еще. Красный прямоугольничек. Могилу нельзя открыть? Вон, я вижу, она под этим лежит. Так, сюда последний раз. Давай. Так, это уже похоже на какую-то SCP карту. Тут на паркуре, да, я так понимаю? Раз. Пошли, Димончик, ищем дальше. Что нам тут разработчик напилил? Надо вниз спускаться по-любому, там вон трупы валяются. Я уже спустился. Пытаемся. Может, да. Поплавать еще? Ой, я что-то не очкую. Ой, я что-то очкую. Да. Тут лестница есть, ниже спускаться. Мы еще не все обыскали, может, зря спустимся только. Да, мне кажется, нет. Сейчас. Я так пройду на всякий случай. Давайте в воду прыгнем, проверим, может. О, а меня телепортируют, я не могу в воду прыгать. Прыгни ты в воду. Не буду я прыгать. Боишься? Да. Ай! Упал? Я наверху очутился. Ладно, я вниз прыгиваю. Значит, здесь. Спускаемся. Так. Это все в крови. Сейчас будет скример. Я вам говорю, сейчас будет скример 100%. Где-то здесь. Они дают нам расслабиться немножко, а потом хоп тебе в лицо и прыгают. О, нашел, Димончик. Есть. Ну давай. Открываем. Ой, класс, смотри, какая местность, ребята. Ну это классно. А! Мать моя женщина. Что ж такие крикливые? Я еще громче игру сделал, но так громко получилось. Открывай. Ого, я вспомнил. Знаешь, как воспоминания какие-то. Мы, знаешь, кого-то в голове по воспоминаниям ходим. Какие-то фрагменты, какие-то карты. Надя, вас пистолет возьми. А его нельзя взять, его можно только так носить. Его выкинуть. Ну, ты что? О! Ой-ой-ой! ГОшник. Код 415. Да-да-да, лицом к стене. Вы бегали. Да. Да мы не бегали, граждане. А что он хочет от нас? О, тут мод Follow Me работает. А как взять, чтобы он не бегал? А то сейчас мы нарушим еще. Все? Мы типа прошли? Еще страшный. Смотрю, за мной
Оставь меня. Че нам надо? Может его убить надо? Монтировку? Где есть монтировка? Залупи его. О, а где это мы? Смотри, это город. Ого. Ребята, мы сбежали. Мы это сделали. Все, мы прошли эту карту. Все, мы пошли, все четко. Прикольная карта. Да, она, конечно, не очень длинная, но она такая антуражная и очень прикольная. Мне понравилось. Диманчик, тебе понравилась карта? Конечно. Разработчику респект и уважуха. Насколько ты оценишь, Димас? Насколько карту оценишь? До 5? Я 5 из 5 бы дал ей, потому что классно разгадывать загадки, где воздух, земля. От фонаря сказал, еще и прошли. 4,5 оценку. 4,5, да? Е, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!